Так, всем привет. Сразу же предупрежду, сегодня у нас будут снимать непрофессиональные видеооператоры. Но вот. Не менее Но я думаю, будет классно, и мы посмотрим. Мы тут сами все соорудили, петлички сделали, да. Там все. Поэтому хотим вам показать, как тут все проходит, а конкретно покажем выставку. Выставочный зал. Очень много народу, большая территория, вообще просто супер. Да, сразу скажу, тут проблема с масками. Ну, вообще это правильно, их надо одевать. А! Да, ну вот у нас первый уже сюрприз, что мы не поняли, что это находимся непонятно где, что тут машины ездят. Все, давайте, это центральный вход, пойдемте. Здесь вот сцена стояла, да? Сейчас да, ее, по-моему, нету. Для фотографирования. Убрали, да. Здесь вот такой центральный момент, где все здесь заходят, сразу же фотографируются. Давайте вон там посмотрим, какой. Это вот все холлы, представляете? И это только, не знаю, 10% примерно территории, чтобы понимание было. Территория громадная, второй этаж еще дополнительный. Там много-много комнат, переговоров и конференций. Да, пойдемте дальше. Так, здесь примерно 25 тысяч участников, по-моему, да? Да, причем здесь офлайн, и в последующем можно будет часть записи посмотреть в онлайне. А, часть в онлайне. Ну, мы уже все там в онлайне посмотрели. Мы ходим, но не на все, правильно? Не на все. Какие-то нельзя. Так, смотрите, естественно, говорить будем по-английски, вот, ну, постараюсь им там потом переводить немножко в двух словах, то вдруг русскоязычные, только русскоязычные у нас, да, что по-английски не говорят. Yeah, Homestead, so we're a company that helps out agents, well, have you submitted for the Tesla? Yeah, it's just, we can use, yeah? Yeah, you can do a QR code. Yeah, and yeah, we can buy? It's an application that you application. Use. We have yeah. to pay every Year. Every no, year. Not necessarily. If you're part of an MLS here. Is it expensive? Nah. Well, it depends what you're getting. What is the main advantage? Yeah. So, Homestead is something that real estate agents could use here in the U.S. without having to. You don't have to pay to be in there. Your organization pays for you to be in there. So that's what we help agents with that, and a lot of the things that we do is help out with marketing. So, yeah, so that those booklets are really nice, actually. Yeah. Okay. This is something that is also really good to take a look at. Google yeah. business profile also, but you are Google partner, yeah? We are premier partner with Google. Yeah. So we help agents with you know, building their Google business profiles, helping raise their SEO. So we do a couple of things, but mainly it's to help out real estate agents with their business. So that's why we're here, and that's why we're so big. How many partners do you have already? As an agent or as a company? So like how many agents are using Homestead? That's a great question. That's a lot. Okay. It's just, yeah, because we partner with all the MLSs around the U.S., right? So we're not only U.S. Yeah. Yeah, okay. Yeah, only the U.S. at the moment. Thank you. Yeah, thank of course, you. My pleasure. Так, давай рассказывай там в двух словах, что было. Ну, в двух словах, приложение для риэлторов, да. Которое помогает делать им качественный маркетинг, собственно говоря. На самом деле маркетинг в Америке очень дорогой и является основной частью деятельности риэлтора. Да, чтобы было так вот это, в агентство в основном не предоставляет эту услугу. Риэлторы сами докупают везде. Да. Вот у подобных компаний, еще там посмотрим, я уверен, много будет. Мы, понятное дело, вчера уже ходили, да, кстати, можно, наверное. Сейчас нам скажут, если что, маски наденьте. Вот. Power Real Estate, Quality Digital Transformation. Так, ну что, коллеги, вместе будем решать, что нам еще посмотреть здесь, давайте. Я думаю, надо посмотреть вот этих ребят. Это что у нас? Это 3D-туры, а, давайте посмотрим. Так, тут что у нас? Так, вот. А, ну тут ладно, тут все понятно более-менее. Is the only tool you need to succeed it. Okay. Да, здесь телефон ставишь, и он делает все за тебя, по-моему. Ну тут мы и так, мы уже смотрели. Hello. Hi. German, hello, how are you? So, it is really interesting. Thank you very much. We are from Russia. Oh, great. Yeah, and we are thinking about to implement these tools in our activity. What is it? Okay, so let me show you. This is people. You need to turn it on, like that. For example, I would download one of our app, which is Pivo Plus. Put it like that, as you saw. Press here, it will connect now. Ah, it just... And from now on,
people can follow me. Follow you. Wherever I go. I just follow you. Yeah. I can talk about presentation, explain. Yeah. Say, I don't know, this is the living room. Automatically, the kitchen, yeah? The kitchen. I have body tracking, face tracking, from distance even, automatic zoom. Making videos of the property. So, and finally you create video, yeah? I create video, live streaming, video chatting, everything in this app. Another thing I want to show you is the virtual tour. So you go to the virtual tour app, you press here, connect. In a few clicks, you will have your own virtual tour. And you can then scan your apartment, your house, without any subscription fees, no monthly fees. No monthly fees. No monthly. You buy the hardware, you get all the apps for free. Only? Yeah. You buy this. What is the price? This one specifically is $199. It's coming with all the apps in it. It's no, a discount now, yeah? Yes. No monthly subscription, the apps doesn't cost anything. You buy the hardware one time and that's it. You can add tripod, bag, accessories. Yes. We have a special deal. This is $199. But again, we have also other features, other accessories to add. And for example, this was room number one. Yeah. Now I'm walking to the second room. Okay. Do the same thing, press here again. Press. When I finish, process from the cloud, go back. In few minutes, you have your own virtual tour. And it's really scalable and easy to use. So you implement these tools how many months or years ago? Well, this company was founded in 2017. 17, now. We do computer vision and mixed reality technologies. We have an enterprise solution which is called BMO. This is our consumer product, it's called Kivo. We're in this business for a pretty long time. We are 200 people in our company. Yeah. It's not an early stage company, actually. So are you working in the Russian market? Yeah, definitely. We are. We have a distribution in Russia. Also, and now we can everything. Yeah. Yeah. Floor plan. You can do finish if you want. Finish. Yeah, finish, and then once you do finish, you add all the information about the floors and about everything. The room. Yeah. Now we just. You can see how the results. I understand. It's just a few minutes. Yeah. Few minutes, and if I do, for example, finish, and start processing next. And that's it, I can show you okay. A result. Later we come back and buy it, okay? Now we have to do excursion. No yeah. Problem. Don't sell it. Okay, reserve one. Okay, thank you, we'll be back. Okay. Так, ну, в общем, тут, я думаю, все понятно без перевода, да, что... Прикольно, и причем он там, видели, на приложении сразу же делает комнаты. Все это может выгружать автоматически, очень круто. Это что? Так, ну это давайте для аллергиков посмотрим. Это я, например. Что тут они имеют? Быстренько. Sold. Все продано. Обалдеть. Это маркетинговый ход, по-моему, что все продано. Hello, how are you? I'm good. So, what you have here? So it's an air purifier that has no filter in it, allows you to eliminate airborne particles, mold, viruses, bacteria, dust mites, and more. So everything disappeared? Yes, it eliminates them by using ozone and negative ions to purify the air. How expensive is it? Online are $1,295, we're doing $400 off, so $895. Yes. Not bad. Discount. So you're going to do a 3,000 square foot home, you never replace anything in it, and it's been on the market for 35 years. So that one on the far right over there came out in 1986. Originally developed by head of Raytheon Missile Defense for the space station action. So okay. That's the air purification system that's used on the space station. It also helps, for example, even from this kind of smell, yeah? Well, this is more, that's actually a medical journal we're listed in for things like allergies, respiratory issues like okay. Asthma, bronchitis. So it okay. Can definitely help with the smell because every airborne particle we breathe in from dust mites to dust to pollen is going to affect okay. The experience in the home. Okay, so interesting. Thank you. Of course. Thank you. Sorry, is it really salt or is it marketing? Окей. Так, ну тут серьезная штука для астматиков. В общем, все вычищает. Все микробы, все уходят. Стоит, сумма сказала, 1500. 1200 долларов. Это дисконт. Окей, next. Еще минут 5, я думаю, посмотрим, покажем. Тут главное, чтобы оценить, вот, что происходит. Mailing solution. Mailing solution.
Так, знаете, тут еще что интересно. Давайте что-нибудь такого из технологического жестко посмотрим. Вот статистика, маркетинговая статистика. Showing. What you have here? We are Showingtime. We're a showing management service provider. Statistics, yeah? No, no. Analytics. We do statistics and analytics, but we also do appointment scheduling. Right, so if you have a number of listings in your inventory, we link up with your MLS. Oh, yeah. So it creates records within Showingtime. You can enter in instructions on how you want us to handle appointment requests. Okay. Right, you could add your seller. So can you show us a little bit? Yeah, sure. How it works? So it's like CRM? No, it's not a CRM, but think if... Yeah. That's true. It'll look a little... It'll be easier to see. Yeah. If I can spell my own name right. If you... So I think you... Do it 1,000 times today. Yeah, exactly. You are exactly. Tired, I feel. Exactly. Yeah, but just last time, I think, almost last one. So, this is a demo environment, right? So demo, this is yeah. Kind of fake information, but where? What market are you in? Where Russia. Ah, okay. Okay, yeah. So Russian. In the States, we have what we call MLSs, in multiple listing services. Where yes. It's you connect it with MLS, yeah? Yeah. Of course. Exactly. So, we offer services that are at multiple levels. Yeah. An agent by themselves can buy our product. The office can buy our product, a number of offices together, or the MLS itself can buy So you're flexible, yeah? Of course. Yeah, in of price course. And so on. Of course. Okay, and conditions. So, we come into here, and let me just get my listings. So this would be the MLS listings coming into our system, mm-hmm. Right? So it creates a record. You can go into Showingtime, and add instructions and tell us if any appointment requests come in, how would you like for us to handle that request? Mm-hmm. Right, you can add your homeowner or the seller, a tenant. You can have appointments that confirm automatically, or you can have appointments that need permission, right? So there's different types of appointment types, right? So you can say, hey, somebody has to give their permission in order to have an appointment happen. Mm-hmm. You can have a number of people confirm. They can get notifications through their preferences of notifications, email, text, phone call, add your lockbox information. So all details, yeah? All the details. And you just tell us, hey, if somebody calls us or makes a request online, what do you want us to do with that? Okay, we understand. Really interesting. Yeah. Yes, and you have a lot of demand, yeah, for this product. We do. We do. Really interesting. And the price of such a product if I'm a single agent? It depends on the market. I could grab someone, they would have better information on pricing. I'm more on the service side. Do you have the same product for Russia, or you are only working now in the USA? Right now, we're working in the US and in Canadian products. Okay, thank you. We take this leaflet, okay? Yeah, that'd be fantastic. Okay, thank you. You're thank welcome. You. You're welcome. You guys have a nice day. Так, что-то я понял, но не совсем. Ты поняла Слушай, полностью? Слушай, условно, это та же самая система CRM у нас с листингом. Да. То есть у нас просто Нет. объекты выставляются через нашу же CRM как преимущество. У них подразумевается, что этого нет. Эта система собирает объекты, и ты указываешь, каким объектом отправлять, сообщить, каким не отправлять. Ну вот, то есть это не чисто выставление, это что-то предвыставление. Да, то да, есть, да. То, в общем, интересно, есть над чем задуматься. Так, что еще показать? Давайте, у нас, я думаю, еще к двум стендам подойдем. Слушайте, давайте вот сюда. Громадная да. площадь. Вот здесь Wells Fargo, это всемирно известный ипотечный банк. Ну, он в том числе банк, в том числе ипотека, один из лидеров занимается. Так. А, вот 5G Home Internet, пойдемте посмотрим. Тут много очень фана различного всегда бывает. Так, вот видали, что творится? Этот, машина прямо вот такая. Рекламирует интернет. 5G. Интернет реклама идет. То есть такая ситуация. Так, ну ладно. Что не сделаешь для продажи? Да, вообще, забавно, если честно. How you doing? Hi, fine. Thank you very much. Good. Пойдем.
RPG, кстати, прикольная штука. Тоже. Там все в деталях вообще. На самом деле мне хотелось бы, чтобы больше стран-участников было. Здесь в основном, мне кажется, американское представительство. И из России только мы. Из России только мы. Ну, я знаю, нет, там просто объективно хотели, но не получилось по объективным причинам. Поэтому все нормально. Ты что, Могич? Rocket Могич, а мы вчера смотрели. Sorry. Так. Позже вот кредиты выдаются. Так. Тайтл. Давайте к тайтлу подойдем. Спросим. Hello. Hello. Title company? Yes. Yes. Oh, this is... We are from Russia. Well, welcome. Yeah, indeed, we don't have such a system. Oh, yeah. Officially, at least, yeah? Okay. Some banks do it in our country. And can you explain what you're doing? Well, today. Yeah. Today. No, today, in general. In general. Well, we are unique here at this event because we are a title and escrow services company, and so we perform the research, the data archiving of title policies, but then we also provide insurance and financial products as so well. So it is all the same, yeah? And yeah, title yeah. And insurance, insurance it is brokerage, yeah? Insurance to the ownership of a property, so it's more of the records keeping and making sure the history of a property is tracked. What is price? Price for your service, for example, for title? Depend on the value of these in general properties. For example, in case of $500,000, for example, in $500,000, again, it would also depend on each market, but it would be a small percentage, maybe 1%, 1% of the sales price for chicken, just For the insurance. Yes, but there might be other products, like we might insure the mortgage on that, so there might be a lender's policy mm-hmm. for the buyer, and then the seller would have a policy saying yes, this title is mine to sell to you, and once you get it. Yes, but you have guarantee, yeah? And we guarantee that. For yes. all long? How long? All life? Or, yes. Or yeah, one exactly. year? For whole no, life. For the whole property until the next owner comes. Ah, next. Okay, yep, thank until you. The very next owner comes. Yeah. So, and you works, realtor receive some money in case he sell your product or not? No, no, absolutely no? not. Not? So we are not splitting commission. No commission for realtors? No, we don't. Well, we go yeah. out of here. No, we don't do that. We have other ways that we can support our real estate agents and our relationships, but really when it comes to the transaction, it's very important that we make sure that we protect the owners, the new owner of the property. Yeah. And that's actually the thing that First American Title is well known for, is that we really adhere to government compliance and regulations, and that we have a brand and a reputation of nearly 140 years. We're one of the oldest title companies in the United States. So and you are in a close connection, but you do not need to promote yourself to the real estate agent, yes? To promote the sale through the agent, I don't think I understand. Promote, for me, is like sell yourself to the agent. Oh, yeah, we do. So we go and we talk to real estate agents, explain our products, explain how we have, again, the reputation and the resources to make sure they're taking their clients to the right place to get insurance. Okay, thank you. Good can we take this? Yeah. This is a new tech tool platform. Okay. Yeah? Yeah, you have a lot. Okay, thank you very much. Thank you. Oh, no. Back it is okay. Why not? Yeah, sure. It's a cool single slim shoulder bag. Okay, thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. В общем, примерно то же самое, что делает сейчас DomClick M2, так, если по-простому. Ну, тут это более системно. По ипотеке распространено. Молодцы. Ну, дерут, конечно, 1% просто за проверку. Это и, очень много. И, в принципе, много. Ни с кем не делятся. Да, и ни с кем не делятся. Риэлторам платить не хотят. Вот. Хорошие люди. Это, кстати, здесь центр международных взаимодействий. Сюда приходишь, со всеми общаешься странами. Пойдемте еще вон туда, посмотрим, наверное. Вот. Давайте к инспекторам все зайдем. Hello. How are you? Good. Ah, you're inspection company. Oh, this is really interesting. And Russia. 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 Yeah, Russia. We look like Russian, you see. Yeah, and what are you doing? Can you explain? Yes, we perform property. In 1 minute.
Yeah, we perform property inspections during the escrow period, making sure the home buyer knows what they're getting themselves into, able to allow them to make an intelligent purchasing decision, essentially. Yeah. So everything from the roof down to the crawl space, and we perform additional services like sewer scope inspections, chimney inspections, thermal enhancement properties as well too, along with pool and spa and a few other things. And the price? And the price for a service? It is fixed or depends on the price of the house? So it's based off of age and square footage. Oh. That's simply how we price it. So in square footage, yeah. An average single family home that's 15 to 2,000 square feet, I believe our starting point's around 375. And then from there, it goes up. It is 4 feet? Or 4? 375 for the entire service. Oh, for the entire service. And then the bigger the house gets, the more expensive it gets. Just up to 1,000 even, yes, sometimes. Yeah, but in increments. Oh, yeah. Really interesting. Is it popular? This service popular among realtors? It is. It is? Because it allows the home buyer, it's like if you're going to spend a couple $100,000 on a home. Yeah, I agree. It's worth the $500 to I agree sure completely. The house that you're buying. We advise everybody, every our clients, yes, to check everything because it is could be a different situation in 1 year. Right? Yeah, so it's a pretty popular service. And do you have some licenses in order to inspect? Depends on what state you're in. So in California, that doesn't require a license. However, our inspectors are certified. And then outside of California, I believe there's 8 states in the United States that doesn't require a license. Everywhere else, they require a state license to perform inspections. And what about, for example, cockroach? Can you check? That's a third-party referral. And so that's typically a termite or a pest company that we partner with to then come out and perform inspections for also. It is the other people, yeah? Yes. Oh, really interesting. Okay, so a lot of people. So, thank you very much. Really interesting. Yeah. Really interesting. Okay. Так, это, в общем, инспекторы такие, в общем, проверяют на трубы, чтобы все соответствовали, отопление, чтобы было, крыша, все. И люди платят $400 за небольшой дом, и там в площадях все измеряется, в квадратных метрах, и зависит от этого цена. 275 в среднем квадратных метрах, вот около 300 с чем-то там долларов. Да, $350, да. Интересно. Сервис надо развивать. Так, давайте сейчас еще что-нибудь последнее посмотрим. Я думаю, все уже представление получили, что здесь и как. О, да, вот это прикольная штука. Так, а мы уже были здесь. Да? Hello. Тут продают эти. А что это за дизайн? А вот с экранами. Эксперилки. Понятно. Пойдемте, вон там прикольно. Интересные эксперилки сделали. Давайте, я думаю, последнее, что мы посмотрим, это подарки, которые можно компания предлагает, чтобы риэлторам дарить. Пойдемте посмотрим. Hello again. Hi. How are you today? Good. How are you? So. Do you sell a lot of tools? Yeah. Thank you. So, we can buy, in case we want. So, this is for realtors after transaction, yeah? Yes, closing. Yes. After closing. And like a gift for a What client. Do you have? You have only these tools or something else? Your company. What's that? You have only this tool as gift. Yeah, so you choose your color bag. We have different color bags. Different color bags. Yes, and okay. And what is price? For example, we are a real estate company. Mm-hmm. We have a lot of realtors, a lot of our colleagues. And we want to, for example, to book 1,000 bags. What is price for one bag? Can you show us? So this is quantity breakdown. Quantity. So starts at $56, reduces with quantity. So six pack, it is, oh, it is interesting. Would be six. It is about $56 per one pack? Per kit. Per kit, per одной это, да? Six? With six tools. Six in tools. Each kit. In each kit. Six. Really interesting. And it is quite here. It is a good discount. Okay, in case 300, for example. Oh, I don't know. We have to negotiate, yeah? Yes. It is possible. Sure. Okay, thank you very much. Thank you. Так, пойдемте. То есть тут подарки риэлторам. Посмотрите, что с
цену указывают в одной штуке. 6 инструментов продают в одном пакете. Вот, можно посмотреть. То есть где-то $300 один пакет такой стоит. Там вот эти инструменты. Вот здесь они. Ну, дешево все равно. Ну, дорого, слушай, дорого, откровенно дорого. В качестве гифта. Да. Подарочка. Так, пойдемте дальше. Ну, наверное, будем заканчивать. Мы уже много поснимали. Я думаю. Что там у нас? Какой-нибудь фан еще нужен? Тут фан есть еще. Ну, смотрите, что тут происходит. Давайте я вам покажу. Вот здесь вот бьют гонг. Звук замеряют, я так понимаю. Попасть надо. Вообще, пойдем в очередь. Что-то пойдем. Как-то не это, не алло. Пойдем отсюда. Слушай, тут где-то такая штука была, что кидать можно. И еще был гольф. А? Гольф был у Ремакса, я помню. No fun. А вон там фан какой-то. Так, ладно, сейчас если там ничего не посмотрим, то все, закончим. Так, ну ладно. Фан все. Будет вечером. Так, ладно. Ну, в общем, какое краткое резюме сегодняшнего мероприятия? Вот так здесь. Мы сейчас еще, конечно, доходим. У нас еще большая программа. Мы тут везде походим, все поизучаем, все соберем. Иначе зачем мы сюда ехали? Конференция тоже была интересная. Все, слушайте, реально полезно. Объективно очень совершенно. Очень много посвящено социальным медиа, развитию сетей, риэлторов. Много и самому риэлторской услуги. Да. То есть, потому что вот я вчера писал, что уже акцент идет на где-то на людей, если честно. То есть поигрались они во все эти игры уже капитальные. Сейчас посмотрим, меняется курс. Вот. А выставка, она замечательная, она феноменальная. Столько тут всего вообще. Очень много выставлено. В общем, и кредиты, и риэлторские агентства. Что-то здесь только нету, если откровенно. Вот поэтому будем реализовывать работу «Непочатый край». Да, мы пошли работать дальше. Всем спасибо. Пока-пока. Все. Я хочу вам сказать, ты устал, что вы операторам не доплачиваете. Я реально, она тяжеленная. Аккуратно. Давай. Она реально тяжелая. Давай, Сиди. Что, спотели? А вы решили, что это такой этот легкий фан? Вот эта штука весит, ну, килограмм 5, наверное, 6. Да ты что? Вся в сборе. Спотел. Ты спотел, нет? Нет, я не спотел. Я мало бегал, может быть, в отличие от Антона, но весело. Пожелания учтем, пожелания.